Продолжаем разговор. А чего вы такие разогретые? Вас что, я велюр разогрел? По башке палюсь. Небольшая заминочка, Шершанский, ну, Шершень, короче, он поехал на Восток на медитации, и нам пришлось, блин, вызволить его папашу, блин, вон, Осип Яковлевич Шершанский, вашим услугам! Между прочим, человек, вместо того, чтобы защищать диссертацию, решил писать с нами историю. Oh,
Thank you.